Научить бойцов разведки в совершенстве выполнять все то, что от них требуется в бою – главная задача учебного центра Народного корпуса ополчения. Задание урока. Тактика «Огневая подготовка». Работа в движении двойками-тройками. Стрельба из СВД с позиции лежа. Наша съемочная группа в очередной раз приняла активное участие в учебном процессе. Так как приемы и способы ведения огня разведчиками отличаются от техники применения оружия стрелками и автоматчиками, разведчики должны уметь хорошо понимать значение маневра огнем, самостоятельно определять цели, определять расстояние до них, выбирать точку прицеливания, правильно определять момент открытия и способы ведения огня, вести меткий огонь из винтовки, автомата и ручного пулемета в условиях ограниченной видимости ночью и при искусственном освещении цели, поражать цели одиночным автоматическим огнем из любого положения, стоя схода навскидку. После длительных перебежек и переползаний в условиях ограниченного времени вести огонь по целям, расположенным за укрытиями и в строении. Открывать огонь из автомата в точку с приносом огня в глубину и по фронту. Вести огонь по внезапно появляющимся и движущимся в разных направлениях целям. Поражать цели с танка, бронетранспортера и автомашины. Точно определять признаки присутствия противника, на основании чего поражать цели, ведя огонь в направлении вспышек и звуков. Использовать в бою оружие противника. Знание техники и практика работы в двойках, тройках. Только систематическая отработка навыков – залог успеха в бою. Оксана Волчонок, Вячеслав Богачук, Дмитрий Русский, Тарас Мирный, Новороссия ТВ, учебный центр Народного корпуса ополчения, Донецк.